Чувашии внесли изменения в региональный закон о митингах. Теперь для проведения публичных встреч появятся специально отведенные места, где люди смогут обсуждать различные вопросы, высказывать мнения, собирать подписи и проводить другие общественно-политические акции, обсуждали за круглым столом в столичной администрации. Федеральный закон о митингах был принят летом 2012 года. Тогда он вызвал неоднозначную реакцию, споры не утихли до сих пор. Однако закон есть закон, и его нужно выполнять. В качестве общественно-политических площадок власти предложили несколько точек. Мы предлагаем включить перечень специально отведенных мест следующие объекты. Места. Сквер имени Чапаевой, Красная площадь, это как раз нулевая отметка. Красная площадь тоже у нас используется на сегодняшний момент в качестве проведения публичных мероприятий. Парк культуры и отдыха имени 503 города Чебоксар, площадка перед сценой. Площадка перед парадным входом в здание ДК имени Хузангая. Территория перед Чувашским государственным театром оперы и балета. Эта территория тоже также используется. И территория стадиона «Волга». В дополнение к вышесказанному хочу также довести, что в адрес председателя кабинета министра поступили обращения с просьбой включить в перечень специально отведенных мест также и площадь республики. Большинство предложенных мест администрации города участников круглого стола удовлетворил. По некоторым у присутствующих были вопросы. Бурно обсуждали возможность собраний на площади республики. Здесь расположены два вуза, общеобразовательное учреждение, часовня. По мнению правоохранительных органов, если проводимое здесь собрание выйдет из-под контроля, могут пострадать участники акции и прохожие. Также под угрозой может оказаться проезжая часть. Однако в региональном отделении коммунистической партии предлагает это место не исключать из списка. Специально отведенные места не должны быть особо охраняемы. В любой момент там имеют люди право до 100 человек собраться и провести публичные мероприятия. То есть там в любом случае площадь для республики 503, Чебоксар или стадион «Волга», там будет необходимо вести особый режим дежурства правоохранительных органов. Другого пути нет. Это закон определяет. Такая площадь республики в этом отношении наиболее удобна, потому что как раз здесь-то и надо в первую очередь усиленный контроль и усиленную охрану производить. Сформированный список мест проведения публичных мероприятий должен утвердить Кабинет министров республики. Данифа Тагирова, Константин Козлов, Республика.